А сейчас по традиции поздравления с Новым годом и Рождеством губернатора Тверской области Игоря Рудени. Дорогие друзья, уходит в историю 2020 год. В уходящем году жители Тверской области столкнулись с непростыми испытаниями. Но благодаря самоотверженному труду наших медицинских и социальных работников мы возвращаемся в новом году к нормальной жизни. Жители Верхневолжья продемонстрировали единство и сплоченность, выдержку и солидарность, ответственность за судьбу своих родных и близких, друзей и коллег по работе. Выражаю искреннюю благодарность работникам медицинских, социальных и образовательных учреждений, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, коллективам предприятий, частным предпринимателям, всем нашим гражданам, кто в уходящем году проявил лучшие человеческие и деловые качества, внес свой вклад в сохранение и развитие нашей Тверской области. Дорогие друзья! Новогодние и рождественские праздники мы всегда проводим в кругу самых близких и родных людей, окружая их теплом и заботой. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году. Пусть в каждом доме, в каждой семье в 2021 году будет много добрых событий. Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!